Похоже, Роза Рымбаева уже приложила к этому усилия. Казахское лицо европейской моды. Звезда Роза Рымбаева стала символом итальянского дома моды, правда, в Казахстане. Певица уже вовсю готовится к открытию первого в стране магазина модной одежды от итальянских производителей. Совсем скоро коллекция в местных торговых центрах появится новая коллекция. А пока артистка снимается в фотосессиях и роликах для рекламной кампании. По словам самой певицы, весенняя и летняя коллекция подойдет как для молодых девушек, так и для мам. Несмотря на то, что певица шьет свои концертные наряды у отечественных дизайнеров, в повседневной жизни она предпочитает одежду европейских брендов. Рымбаева также отметила, что вещи от итальянского дома моды сможет позволить себе любая женщина.